Ехали по дамбе, никого не трогали, вдруг машина перевернулась и оказалась на крыше. В такую аварию попала супружеская пара с маленьким ребенком сегодня утром. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия расскажет наш журналист. Авария произошла около 11 часов утра. Водители и пассажиры перевернувшейся машины, в которой к тому же находился маленький ребенок, даже не успели понять, что произошло. Мы просто ехали, разговаривали, мы едем в больницу вообще, приехали с области, в область приехали с больницы. И такой сильный удар, я просто не поняла вообще, что случилось. Я даже, у нас никто не обгонял, мы тихонько ездили, никто скорость не превышал. И бешеный удар, и мы перевернулись. Ехал в среднем ряду, почувствовал удар и перекинуло, все. Больше ничего не успел сообразить. Вылезли с машины, жертв нет. Очевидцы происшествия говорят, что пострадать могли не только пассажиры. Я водитель «Ланоса», я ехала в среднем ряду, видела, как эта «Субару» вылетела на проезжую часть. Летела, она чуть не сбила пешехода, девушка шла в сером пальто. Потом он протаранил машину, машина он ее еще очень долго тянул, очень долго. Водителя «Субару» на месте происшествия не было, но еще один свидетель рассказал нам, как ситуация выглядела со стороны. Просто передним колесом поймал бровку. Пробил колесо и не справился, скорее всего, с управлением водитель. Его понесло по косой в левый ряд, зацепил 12-ю «Ладу» и перевернул ее, протащил и перевернул. К счастью, ребенок, кажется, тоже не понял, что же произошло. Пока работники госавтоинспекции выясняли все обстоятельства ДТП, движение пустили в объезд. А на дамбе начала скапливаться многокилометровая пробка.